Хей, гостями Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Shovel Knight. Shovel. У нас есть Чумной Врач. На выбор у нас есть боссом. Чумной Врач, либо Подземный Рыцарь. Но здесь у нас так сильно, здесь у нас слабо. Давайте токсины. Поехали. Так, влево сразу прохода нет. Короче, останавливаться вообще нельзя. Значит, когда я врагов убиваю, тогда нам срывается. А, так это крыса взрывающая, я думал, у меня... А я... Ой. Я тут думал, это у меня лопата такая, новая. Меня еще и убило. А это... Сколько здесь? 6. Чем дальше, тем типа их больше, я смотрю, сейвов. Ты гонишь, крыса тупая. Ну смотри ты. А нет. Главное среагировать. Тупая крыса. Пускай летит куда хочет. Секретка, найс. Ну ладно. Музыкальная пьеса. Ну, вы надоели. Искорка. Мне нужно научиться
этому. Как струйку херячит. Но зато теперь у меня... Лопата улучшена. Так, а бочки это шипами. О, тихо, секретный проход. В деревне или на поле, лучше так. Что, бросим монетку, чтобы выиграть сокровище. Бросим монетку, чтобы выиграть сокровище, если повезет, может разбогатеть. Нифига себе. А, там есть шанс разбогатеть. А шанс разбогатеть и разбогатеть — это разные вещи. Зато я смотрю, эта херня их ваншотит. Курочка, наконец-то. Фух, повезло. О, секретная стена. Блин, не достал. Не секретная? Ну ладно. Да-да-да, и я вместе с ними. Ну ладно, в принципе, я могу разбогатеть на крысах, это во-первых. Да ё-моё. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я том же мнении.
Вот почему я хотел броню, которая не отталкивает тяжелую. Так это еще бесконечное. Ты можешь поближе подойти? Да блядь. Я музыку достать не могу. Иди сюда. Так, надо, короче, его забайтить. Не, его можно забайтить. Сейчас это провернем. Тап! Только не в ту сторону он полетел. И чё? Он мне хил не дал. Это плохо. А, от сейва до сейва? А, ну хотя понятно. Так, ожерелье. Ты мне пригодишься. Так, у меня и нету. И снова нужно будет потом возвращаться. Надо поискать, где вообще эти херни находятся, чтобы уже всю рыбу половить. Восстановление хп. Подгорел на работе. Thank you.
секретки. В принципе, если запомнить, когда все это происходит, можно все дело это успеть. Блять. Сейф-зона. Это что-то, человек-песок такой. Понял. Минус фулл хп. Отлично. Так, иди сюда, приятель, ты мне нужен. Это я куда залетел так? А ну-ка. Блин. Так, как я тогда залез? А, точно, я ж... Мне интересно, что там наверху, я даже... На кон на этот, когда же кэш поставлю. О, банка! Я рассчитывал на курицу. Блин, а уже золотого этого не будет, да? Ну туда запрыгнуть можно. Молодец. Еще сейф. Хи-хи, оставь меня в покое. Покажи, чёрный рыцарь. Твои проделки меня не остановят. Проделки? Хи-хи-хи. Плоды моих исследований какие-то... Проделки. Бум, хи-хи. Давай устроим урок. Обещаем, хи. Ты будешь просветлен. Я понял. Нету, на самом деле все равно, я просто проверял, что будет. Плюс мне нужно было фулл хп. We'll be right back.
Короче, я понял. Любое оружие... А, подожди, у меня что, сильная атака есть? Походу, она же, по идее, двойная должна быть, да? Просто зажимай его. Получим полученное достижение. Зачем мне столько денег? Мне некуда их девать. Не, хотя магию могу прокачать еще. Блин, 6500 почти. Так, ну пойду обменяю. Цветы из сурьмы, фляги, кубки, колбы, горны и дистилляторы. Что за необычное убежище? Крутой куб порос. Взрывная встреча с промахившим эфиром. Соперник алхимик Ом. В натуре что ли магию улучшит? Скорее всего, сотка это максимум. Теперь в твоих руках превзойдённый лопата клинок. Используй его по своему усмотрению. Короче, теперь мне точно ни на что не хватает. Ладно, посмотрим, что за секрет. Зал чемпионов. Это зал чемпионов. Живой монумент в честь основателей всей великой страны. Один билет с вас 5000 золота. Да, я понимаю, от крестья не приготовишь ждать поддержки искусства. Но, блин, у меня нету 5000. Может, вот к следующей серии у нас будет, и я приобрету. Хотя, подожди, мне интересует сюда прийти. Делает вас неуязвимым на 10 секунд. Ты больше не уснешь. Теперь единственное понять, где эти вещи, потому что, по сути, они у меня есть, но по сути их и нету. А ну-ка, если я буду... Так, а если я порыбачу здесь, мне интересно, что будет?
Что ты задумал, смертный? Все, да? Так, а если я шляпу его собью? Ничего, да? Ну, все, значит. Давайте на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!